лагерь. Повсюду медведи. Больше он не будет бояться.
Арни, ты справишься. Твои умения помогут нам в грядущей битве. Так ведь? Да, да. Привет тебе. Спасибо за помощь. Мне все рассказали. Мы собираемся добыть очень грозного зверя. Присоединяйся, если тоже соскучился по хорошей охоте. Вперед, к приключениям! Идем с нами! В прошлый раз нам досталось. Надо быть осторожнее. Следы. Ошибки быть не может. Это тот же самый зверь, что напал на нас. Слышите? Он рядом. Я чувствую. Ты в руках Один! Вот. Теперь он еще злее, чем прежде. Вот так скоро. За нее щедро заплатят. Дважды не дадишься. Славный бой. Какая отвага. Такого зверя одолели. Спасибо тебе. Хищником быть или жертвой, каждый решает сам. Арни! Ну что ж, он продержался дольше остальных. Теперь мы, наконец, можем вернуться домой. Дело сделано. Если мы когда-нибудь встретимся вновь, будем рады поохотиться с тобой. Хватит тебе прятаться, Олаф. Горм мертв. Горм? Пал? От твоей руки? Он заплатил кровью за бесчестие. Больше тебе знать ни к чему. Возвращайся к сестре. О, вернусь. Но сперва посижу с местными у костра. Они рассказывают удивительные истории. Истории? У них есть свои саги? Да, истории, да. Послушай, и ты. Зокки. Рарондунде васагорори на йотци дзизу. Вахару. Хау. Тоедене. Зинуэ родискара гэте. Джунгквиро тагуани. Дэхни царуги тотни дагуэ.
Яхтетни ганаре цио сумая. Дану акуэгу гасума хунзи. Йот ци дзизу. Ягода денегуа тавагу. Дану рарондоде ясунне ирдаде. Зокки, осумагу, я унтке дода, ахьярек, догатка негре. Туда я васци, рарондоде, я сагореге. Осумагу, я иандатне, не йотти дзизу. Дзи ва агояндат хаджи, ва эйнахаду, дзи находа ва эгвени. Ниат дега дереге. Я эхоэ, дзи я иандатне, дзи дэджатсу вагардас. Кац, Рахнарага, так вагардухас. Я не понимаю. А, вы хотите услышать мой рассказ? Ладно, сейчас. Рассказ об измене и о коварстве, о богах, что хуже капризных детей. Из наших богов сильнее всех почитают Одина. Он всеотец, высокий, мудрейший правитель. Но при всех заслугах он также бывает скрытным, себелюбивым и упрямым, подчас даже жестоким. В давние времена случилось, что погиб его сын, Бальдр, уязвимый лишь для одного. Амелы. Думая, что это был несчастный случай, Один обратился к Йотунше Хель и попросил ее вернуть Бальдра к жизни. Хель согласилась, но с условием, чтобы все живые существа в девяти мирах оплакали Бальдра. Один отправил гонцов по свету, прося все живое поплакать о его сыне. И все плакали. Почти. Великанша Ток отказалась. «Пусть Хель оставит себе то, что получила», — сказала Ток. Так и случилось. Бальдр ушел навеки. Его тело перевезли за море и похоронили в Мидгарде. Не знал Один, что под личиной Ток скрывался обманщик Локи, которого он считал своим другом. Что еще хуже, именно козни Локи привели к смерти Бальдра. Именно его злобные фокусы. Может, Локи был жесток от природы, а может, это было местью за то, что Один сделал с Локи и его детьми. А может быть, все эти дела, добрые и злые, давно вплетены в полотно жизни. И мы не выбираем путь, а лишь идем проторенным путем. И значит, нам... Нам надо гнать такие мысли. Ведь они огорчают. Ангвагара духа се не от новара раугара. Не не от ни от ти ватадет новуяке. Горм привез это по китовой дороге. Не ведаю зачем, но... Видно место камню в этих землях. Йоскац. Гуа. Расну саге. Вапни дахаре. Дагуа вирек га? Возьми и береги.
Может, потом узнаешь, зачем он нужен. Спасибо. Всем вам. Спасибо за все. А я, Васки, я тисот хугунгаха. А я за хахарахта, ратнардага. Что все запорол, лишил меня работы. Слава тебе! От Горма нет вести. И весь Эль у него. Столько работали, а где награда? Йора из Йорвика! Что-то давно тебя не видели. Нет больше Йоры. Я Эйвор. Дрэнк из клана Ворона. И мои дела здесь окончены. Дела? Ха, какие дела? Горм умер! Подох наш тролль! Ула! Сестра, веселись! Горм Кьотвиссон мертв! Его убил Эйвор, друг Воронов! Эйвор Дикое Сердце, спаситель Олова! В каком смысле? У меня была старая кровная вражда с Гормом. Теперь все кончено. Об этом дне будут петь скальды, как Эйвор охотился на Горма на самом краю света. Главное, Горм убит. Советую покинуть эти места. Нечего нам здесь делать. Я согласна. Горм, правда, был безумец и чудовище. Но он платил серебром, и нам этого хватало. Братец, ты в порядке? Я боялась за тебя. Все хорошо, о да. И я думаю остаться на сезон другой у моих новых друзей. Как хочешь, братец. А ты, Эйвор, куда ты отправишься? С нами за море или назад в леса? Я отчалю с вами. Вперед. Береги себя, Олаф. В этой жизни и в другой. Прощай. Прощай. Вдаль бежит китовый путь. Тьма и горе привели меня сюда. Может, сгинуть мне здесь суждено. Но пока я ухожу в море.
Похоже, сам ветер зовет меня к Рандве. Сообщу ей добрые вести. Бороздить моря с тобой. Нет. Тролли слишком большие. Пошли. Вместе с тобой мы распахнем двери в зал взяться. Надо обсудить с Хайсомом новые цели. И еще увидим. Сдох за морями, в одиночестве и безвестности. Мастер Ордена отсечен, как ветка от усыхающего древа. Ты приближаешься к корням. Возьми. Членов Ордена стало меньше. Так, еще. Без него миру будет лучше. И хочу дать тебе как знак глубокой признательности. Спасибо. Мне уже пора. Ступай с миром. Тебя так долго не было. Ты волновалась? Конечно же. Такой дальний путь. Ну так как, удалось все сделать? О, да. И наверняка дома мне тоже будет чем заняться. Славно. Дело сделано. Горм мертв. Клана Кьотвисена больше нет. Славно. Надеюсь, ты расскажешь о путешествии в Винланд, когда будет время. Конечно. Посмотрим на карту союзов. Даны, что напали на нас, пришли... Да, сыновья Рагн... Но с тех пор, королев, предлагаю отправиться в... Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. Thank you.
Ищу достойного противника. Я слышала, золотой воробей вез из Аксума не только пряности, а еще и увесистые ожерелья. Здесь затонул корабль с сокровищем? Да, жаль, течение слишком сильное, чтобы добраться до обломков. Хочешь попробовать? Я отлично плаваю. Не боюсь ни холода, ни сильных течений. Тогда мы сможем собрать для тебя награду за возвращение груза. Я нашел бутылку с запиской. Похоже, сокровища съели рыбы. Один сундук с сокровищем, другой с этой бутылкой. Надеюсь, записка в ней не промокла. Записка в бутылке? А, вот оно как вышло, получается. Что ж, похоже, чтобы найти ожерелье, придется порыбачить. Гады. Вот ожерелье. Можно выручить кучу серебра. Может, оставить себе? Я нашел сокровище. Правда? Что ж, давай сюда. Я рисковал жизнью, ныряя туда. Оставлю все себе. Чем могу помочь? Надеюсь, скоро... Мне пора.
Если меня узнают, будет плохо. Убирай клинок. What warfare?
Thank you.
Настоящий друг. Спасибо. В чем дело? Да хранят тебя боги. Так-так.
На Вальгале, воин. Thank you.
не выйти! Чтоб тебя разбил! Люди! Мне не выйти! Люди! Мне не выйти! Мне не выйти! Слава богам, ты меня спас. Я теперь свободен. Но какой ценой? И все же спасибо.